оставив благополучно Болгарию, странники двигаются по Турции на юг. На дворе сейчас начало марта, и ночами бывает еще спать холодно. Пленка защищает палатку и велосипеды от дождя и не дает замерзнуть ночью. Ребята, вот. Мы вот это на 1 евро взяли. На 40 гривен это. Ага. 40 гривен. То есть вот эта штука, весь пакет на 1 евро кинули, заплатили. У нас монеты с Голландии оставались на 1 евро. Так я на улице находил. В общем, мы сидим у турка, заряжаемся. Коты турецкие, просто твари, распотрошили наш мусор, раскидали. И теперь попробуй докажи, что это не мы. Все, поконим. Goodbye. Goodbye. We go. Okay. Kırtlareli. Buradan devam et. Kırtlareli. Ah, this road. Devam et. Okay, thank you. Aynı yeni. Короче, друзья, 15 турецких единиц килограмм. По-нашему это где гривен 17 или 16. То есть совсем недорого. Яблоки тоже 15. Короче, на какой-то магазинчик. Сейчас мы пару килограмм апельсин возьмем и с голодухи это все съедим. Украина, да? Украина.
Кабло? Yes, yes.